Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 14-го каталога Faberlic. Оставлю вам свои отзывы на новинки, которые уже успела протестировать. Составим план покупок. Итак, поехали. Хочу обратить ваше внимание, что 14-й каталог у нас действует всего лишь 2 недели, со 2.10 по 15.10, поэтому успевайте уложиться, чтобы забрать все свои подарки, чтобы участвовать во всех акциях и так далее. Поехали, у нас новые ароматы сразу. Мы можем уже с вами применять в этом каталоге купоны, которые мы получили за заказы в 13-м каталоге. Купонов у меня много, по-моему, 27, и есть на парфюмерию, но, по-моему, 55 всего процентов, но даже если брать парфюм со скидкой 55%, 50 это у нас с вами от черной цены, напоминаю, кто девочки не знает, купоны работают от черной цены, то есть черная цена зачеркнутая 2300, делим ее пополам, это будет у нас с вами 1150. Ну, где-то за 1000, в общем, можно взять вот этот парфюм. Я посмотрю, если мне хватит купонов, если мне будет выгодно, я возьму все три. Потому что мне понравились по пробникам действительно все три ароматы. Они необычные, они классные, они ни на что не похожи. Faberlic, хотя красный где-то немножко перекликается, ну, может быть, чуть-чуть с Дезирабль, чуть-чуть с Красной Ренатой. Но, тем не менее, он шлейфит гораздо круче, те ароматы по мне более плоские, и этот аромат более многогранный. Поэтому это совершенно нечто такое новое. Можно, конечно, схожесть найти, но, тем не менее, нет. Они все понравились мне, вот честно. Прям вот все носибельные, классные, комплементарные. За такие деньги просто великолепно. Вот как раз инструкция по тому, как активировать карты. Мы их должны активировать. Если мы не хотим их активировать, мы можем их подарить, отправить в мессенджере любому другому консультанту. Да, или не консультанту, но тогда, чтобы их применить, ему придется этому человеку зарегистрироваться. Мы заходим в раздел «Купоны и карты» в личном кабинете, видим там вот эти карточки и нажимаем «Активировать». Активируем их, и уже после этого сможем применять, сможем увидеть потом при оформлении заказа, на что применить и что выбрать. В общем, это все уже будет видно. Что касается нового консилера Neo Serum, на него уже есть ролик, кто не смотрел, мне понравился, действительно понравился. У меня, по-моему, золотистый цвет, но он не золотистый, отнюдь, совсем. Да, 67-14. Он совсем не золотистый, он такой вот светленький-светленький, как надо. Вот знаете, как надо, темные уголки внутренний глаз высветлить. Да и вообще все те места, куда наносится консилер, да. Классный. Он в меру густой, то есть у него средняя такая консистенция. В поры не забивается, морщинки не подчеркивает. Понравился золотая серединка. По мне, это сейчас лучший консилер Faberlic. Тональную сыворотку я не пробовала, но слышала на нее уже отзывы хорошие, потому что у меня в любимчиках Кушона еще очень понравился концентрированный тональный крем, поэтому даже больше ничего пробовать не хочу. Мне кажется, уже куда уж лучше выдумывать. Потому что концентрированный тональный крем, он просто великолепен. Он просто, он идеально скрывает абсолютно все несовершенства. Вот просто. И его нужно совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, и все. И у вас лицо идеально. Подбираем правильно тон, и все великолепно. По помадкам уже вам говорила, не совпадают они с каталогом. Свотчи в интернете уже есть в свободном доступе. Я девочкам в свою группу кидала. Поэтому лучше ориентироваться на них. С каталогом прям вот практически не совпадает. Буду брать, скорее всего, посмотрим по купонам, что будет тоже выпадать. Там их безумное количество, что можно будет взять. Мне очень нравится гель для удаления кутикулы. Он и так 199 рублей. Вот этот вот синенький, потрясающий, девчонки. Вот между маникюром аппаратным, я себе аппаратный в основном делаю маникюр, да, сейчас вот практически срастила ногти после гель-лака, под корень их стригу и делаю аппаратный маникюр, удаляю кутикулу, как бы заусенцы, шелушение, там вот это все. Я делаю вот этим гелем. То есть наносишь его на кутикулу вот так вокруг пальчика, ждешь минуток 5, и потом ремувером удаляешь. Вообще великолепно, вот просто великолепно. То, что не удаляется, можно потом срезать, но тем не менее все смягчается, все выглядит достойно. Средство для деликатного маникюра, если у вас, вы не пользуетесь, как бы не делаете себе аппаратный, для удаления кутикулы вообще великолепно. Мне очень нравится, у меня как раз уже оно заканчивается, нужно будет обязательно взять еще. По уходу хорошая цена на Global Oxygen, смотрите, лучшая цена года. Эта линейка рабочая, эта линейка классная, она просто великолепная. Все средства могу в этой серии абсолютно все похвалить.
Холодное время года еще можно присмотреться к серии One Week Miracle. Тоже по купончикам, если выпал у вас уход, с хорошей скидкой, прям вот супер. Тоже рабочая, классная. Так же, как и куркума. Куркума у меня вообще в любимчиках. Ночной крем, сыворотка, просто в любимчиках. Дневной не зашел, нет, вы видели, я вам показывала, выкинула. Гиалуронка по желтым ценникам. Итак, тоже зайдет на... Но по купонам будет еще дешевле, зайдет на холодное время года, потому что летом у некоторых девочек кожа на гиалуроновую кислоту может реагировать высыпаниями. А сейчас на холодное вот должно все быть нормально. В общем, много чего можно взять по купонам. Что обычно мы берем? То, что редко бывает в каталоге со скидкой 50% и более. Допустим, серия Асюл, она очень редко бывает со скидкой. Если попадается купон на декоративку, на уход, да, масло великолепное. Гидрофильный тоник здесь великолепный, пенка. Это все можно брать по купонам. Патчи по купонам вообще шикарно выйдут со скидкой. То есть 1700 пополам, это у нас с вами 850 рублей. Даже если 50%, то выходят патчи очень здорово. Мне больше нравятся патчи One Week Miracle. А декоративочка тоже, которая у нас редко бывает по... Скидки большой, тоже все можно брать по купонам. Кислоты. Кислоты часто бывают со скидками. Сейчас смотрите набор пилинг плюс микроэбрази. Я прям советую вот этот набор взять. Некоторые девочки прям очень любят крем Шаг С. Мне он вообще никак. Я пользуюсь потом своим кремом. И, как правило, после пилинга вообще делаю кремовую маску. Да? Поэтому я его никогда не беру. А вот шаг А, это, собственно, сама кислота. И шаг Б, это как гамаш, скрабик-гамаш, который делаем после шага А еще. Вот их прям рекомендую взять, потому что кислоты, как средство омоложения, восстановления кожи, особенно если она проблемная, склонна к высыпаниям, кислоты обязательно нужны в уходе. Так, серия ретинол. И коллаген тоже редко у нас в каталогах бывает со скидкой, особенно 50%, вот тоже можно по купончикам ее брать. Это такая тяжелая артиллерия, рабочая лошадка, прям вообще супер. Гардерика часто бывает со скидочкой. Ну, в общем, все, что мы редко видим с вами в каталоге по скидкам большим, да, все это выгодно действительно брать по купонам. Надеюсь, что будет и бал полный, и все будет в этом плане у нас с вами хорошо. Девчонки, никак руки не дойдут вот до этой линейки. Я обязательно сделаю на нее отдельный ролик или пост. Скорее всего, пост напишу в Дзене. Я пока попробовала только ламинирующий гель-филлер. То есть помыла другим шампунем волосы, нанесла гель-филлер на кончики исключительно и высушила волосы. Он у нас с вами не смываемый. Не могу сказать, что произошло что-то чудо. Как были мои кончики, так и есть. Надо попробовать всю линейку. Попробую на себе, обязательно на Ксюшке, потому что у нее волосы жутко путаются. И обязательно накатаю потом пост в Дзене. Она у меня так и стоит нетронутая. Ну вот филлер пока, ну вот так, ну вот так. Кстати, заметила, сейчас активно пользуюсь расческой выпрямителем, что для моей нынешней стрижки это идеальная вещь для укладки сейчас, потому что если я укладываюсь на фен или на фен щетку свою, то у меня кончики каре подкручиваются, а я так не люблю. То есть они подкручиваются, такая какая-то, знаете, ну старушечья, что ли, прическа получается. Если я у меня волосы высыхают естественным путем, потом я их укладываю расческой, они лежат обалденно, вот так. Так что я сейчас прям активно ей пользуюсь. Вещь, на самом деле, в уходе, в укладке для моих волос оказалась незаменимая. Вот так вот. По поводу новых паст, смотрите, у меня как раз вот это Мисс Вак и мята сейчас в использовании. Цена вопроса со скидкой консультанта 100 рублей, это вообще ни о чем. Объем пасты большой, 100 мл. Нравится, вы знаете, нравится вот этот привкус. Я все думала, на что же он похож. И не вспомнила. Но здесь много мяты тоже. Приятный действительно привкус и чувствительность зубов. Вот у меня вот эта серия Faberlic не вызывает. Чему я приятно удивлена, потому что серия экспертовская вызывает. Ирригатор. Но ирригатор, не знаю, девчонки, полезные, не полезные вещи. Я считаю, что можно нормальными щетками чистить зубы, которые между зубками все прочищают. Да? Потому что у меня есть ирригатор, и он валяется вот без дела. Он валяется без дела, а за такие деньги я вообще... Я промолчу и перелистну. Можно вот так вот? Перелистну, прям промолчу и ничего не буду говорить. Потому что... Они есть в 10 раз дешевле, портативные, допустим. А так, не знаю, кто пользуется ирригатором, напишите. Я вот не пользуюсь, он у меня просто валяется без дела. У нас еще была новинка с вами, но я ее не брала, потому что мы не пользуемся твердым мылом, девчонки. У нас выходило фигурное мыло еще, вот видите, сейчас есть слоник и бегемотик. А так, на презент, если на детский праздник идете, как дополнение к подарку, кто пользуется, вот мне кажется, очень-очень мило. Прям просто замечательно. Кофе опять в каталоге напечатали, представляете? Я давно его не видела.
на самом деле очень-очень давно. Что еще буду брать? Еще буду выбирать какие-нибудь два молекулярных БАДы. Почему? Потому что за 100 баллов в прошлом каталоге, в этом каталоге по Faberlic Drive, кто не участвует, почитайте в личном кабинете или спросите у наставника. Faberlic Drive – акция для VIP-консультантов, для тех, кто ежекаталожно делает 100 баллов. И вот кто в прошлом каталоге сделал 100 баллов, в этом каталоге получают за 1 рубль 2 БАДа молекулярных. Не знаю, какие там предложат, на выбор, не на выбор, но, в общем, буду смотреть. А вот этих новинок не было для VIP-консультантов, по крайней мере, на тот момент, когда я делала заказ, но я обязательно их хочу. Ирон Филате и Селен у нас с вами. Мне очень интересно на самом деле попробовать уровень ферритина и гемоглобина в крови. Ферритин в крови – это вообще, ну как и гемоглобин, естественно, очень важная штука. Снижает риск развития анемии. Вообще давно, я помню, консультанты очень просили что-то подобное. Повышает работоспособность, снижает усталость. Вот так. Это железо. Вот этого не хватало, в чистом виде железа не хватало. А пихтовиду, помню, девочки пили, чтобы железо поднять. Потому что бывают такие проблемы, да, у нас гемоглобин у кого низкий. И поддержка сердечно-сосудистой эндокринной системы защищает клетки от повреждения свободными радикалами, укрепляет иммунитет, способствует росту волос и ногтей. Это у нас с вами Селен Хелат. Это тоже классно, это тоже нужно. Буду брать, конечно же, буду брать. Ну а что нет-то? Лучше БАДы пить, чем таблетки и к врачу ходить. Я так считаю. Акция на прокладке 1 плюс 1 равно 3. Что это значит? Это значит, если вы возьмете 3 пачки, у вас сработает желтый ценник. А не то, что вы за 166 рублей возьмете 2 пачки, третью вам дадут в подарок. Постоянно просто Faberlic вот такими вот надписями вводит в заблуждение консультантов, особенно новых. Это просто они будут по 166 рублей, если вы возьмете 3. Ну, то есть без скидки консультанта, да, дешево выйдет, будем с вами опять запасаться. Давно прокладки не брала, но у меня всегда пачки 4 прям вот в запасе, потому что лучших нет, незаменимые, классные, суперские. По VIP-программе возьму, наверное, опять листовой порошок, посмотрим, потому что тоже в запас набрала очень много. Кондиционеры обновленные у нас с вами, теперь можно стирать мембранные ткани, все отлично, все замечательно, нет якобы здесь частиц, которые могут их забивать. Я взяла, конечно же, свою любимую органу. У нас еще будет и мелодия солнца, девочки давно ее ждали, я знаю, многие любят. Давно ее не было. Благородная орхидея, что-то я вот не помню. Я не помню благородную орхидею, ее тоже что-то давно не печатали, мне кажется, надо взять и обновить впечатление. Органа осталась практически неизменной, но мне кажется, вот все равно немножечко изменили альфракторную пирамиду в этом аромате, но она такая же потрясающая, яркая, насыщенная, суперская, классная. Больше никаких изменений не заметила. То есть на белье запах остается, белье мягкое, в этом плане все отлично, все супер, никаких нареканий нет, но мне кажется, все-таки чуть-чуть как-то помягче, что ли, стал аромат, или я его уже забыла. Девчонки, кто будет сравнивать, напишите обязательно свой отзыв. Вот варежки я тоже пока не протестировала, но собираюсь это сделать в ближайшее время, так что ролик выйдет обязательно. Все эти губочки, просто как-то вот резко все стало чистым, чистить совершенно нечего, а хочется потестировать, прям потестировать, чтобы вот прям было действительно что очистить. Поэтому я обязательно что-нибудь загрязню, и мы с вами все это попробуем. И варежку, и диск, и губка, все это лежит, ждет своего часа, без вас не пользую. Но вообще мне губку очень хочется... Очень хочется губку положить, мыть с ней посуду. Посмотрим, насколько это будет удобно, но обязательно колготочки теплые, класс, надо уже запасаться. Ну, а так вроде все, девчонки, мы с вами разобрали, в конце одежда. И новичкам в подарок у нас с вами будут колготки. Две пары, 40 и 60 ден. На выбор, наверное, я так понимаю, но, естественно, размеры и так далее. Подарок нужный, я хочу сказать, на осень. Подарок хороший, поэтому ссылочка для регистрации всегда под видео в инфобоксе. Ну и надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Всем пока-пока.